Я очень люблю вагоны, я не знаю, мне просто очень нравится, как бы с самого детства я езжу на вагонах, и вот, ну, мне нравится вот это представлять, как этот вагон вообще делается. Я Маргарита Типаченкова, инженер-технолог Тверского вагоностроительного завода, участвую в проекте «Тверь-Тим». У меня бабушка работала, а родители у меня тоже работают в вагоносборочном цехе контролерами, и у меня так пошло, как бы, ну, мне интересно, и я пошла, потому что мне интересно. Училась я в Тверском машиностроительном колледже по специальности технология машиностроения. То есть я пошла туда и как раз хотела посмотреть, понравится ли мне вообще заниматься, ну, тяжелым машиностроением, будет ли, заинтересует меня, или, может быть, лучше потом в университете пойти куда-нибудь там на другую специальность или еще что-то поменять. Ну, в общем, как бы меня зацепило это все. Не думаю, что меня там наградят, я работаю не за награду, а за того, чтобы вот сделать именно, понять и разобраться, это же все для себя надо сделать. Как бы, чтобы понять, вот ты приходишь на работу, ты работаешь 8 часов, ты должен как-то, ну, ты же дома проводишь, у тебя дома порядок. Ты и здесь должен прийти, навести порядок, сделать так, чтобы это все хорошо функционировало, работало и, в общем, ну, все двигалось. Конечно, берет гордость. Я вот вообще не понимаю, вот люди едут, и вот я это, ну, даже, как бы, грубо говоря, там вот отец какой-то семьей едет, и он там понимает, что да, я собрал, вот там я там что-то делал, я ставил окна, я ставил там полки или еще что-то такое, мне кажется, это очень, ну, не знаю, ну, ты едешь в том, что ты, как бы, создал своими руками, и много людей это делали, в общем, я в восторге просто от этого.